Ответ – могила поклонникам. Аль-ладина яхалуна ширка, которые сами, то есть выполняют или совершают ширк, ва-якулуна иннаху ла якау фи хадихи л-умма л-мухаммадия, то есть и утверждают, что в этой умме после Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, не будет ширк. Сегодня мы часто слышим от суфиев, что среди исламской уммы нет ширка. В ответ этим людям Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, рахимахуллах, написал эту главу. Суфи довод, такой хадис приводит, кто знает, на то, что в этой умме не будет ширк. Сегодня мы часто слышим, что когда мы говорим, что эти люди на ширке, что оставили этот ширк и перешли к таухиду, они говорят, что не может быть так, что последователи Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, совершили ширк. Какой довод? Второй хадис. Я слышал, что он обращался как с подвижником. Это второй хадис, это один хадис. Второй. Инна шайтана айса ан я'будахум или ан я'будахум аль-мусаллун. Ан я'будахум аль-мусаллун фи джазирати аль-араб. То есть шайтан отчаялся, чтобы ему, то есть он уже не надеется на то, что кто-то будет ему поклоняться из числа мусульман в джазирати аль-араб, то есть в арабском полуострове. Валакин фи тахриши байнахум, однако он все еще надеется на то, чтобы нести раздор между мусульманами. Этот хадис они приводят в качестве довода на свое убеждение, что ширк не вернется в эту умму. То есть, потому что шайтан отчаялся, что он уже все не надеется на то, что люди будут, то есть мусульмане будут поклоняться помимо Аллаха кому-либо. Однако этот хадис мы понимаем правильно, то есть тут не сказано, что Аллах заставил его отчаяться и как бы дал ему такие знания, что он узнал, что люди не будут поклоняться ему. Однако, видя, что единобожие распространяется в арабском полуострове и кувва, то есть сила у мусульман, что люди толпами входят в эту религию, он отчаялся. Ему уже показалось, что он никогда не сможет вести их в ширк. Вот что означает этот хадис. Этот хадис не означает, что люди не будут поклоняться идолу. И в довод на это мы приведем то, что написал Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, рахимахуллах. وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. Аллах, обращаясь к Мухаммаду, говорит: видел ли ты тех, которым была дарована книга, или часть книги, знания из книги? يؤمنون بالجبت والطاغوت. Они верят Аль-Джибт и Тагут. Что такое Аль-Джибт? Это все, что объединяет в себе, все, что противоречит приказу Аллаха и посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Убеждение. Некоторые сказали, это сихр, Аль-Джибт. Некоторые сказали, что это колдун или колдовство. И это все смыслы, правильные смыслы. Также они верят в Тагут. Верят Тагут. Что такое Тагут? Это первое, что означает Тагут, это шайтан. Шайтан является наибольшим Тагутом. Также это смысл, то есть слово Тагут, сахабы комментировали как шайтан. Некоторые комментировали как сихр и так далее. Однако есть правило, про которое Ибн Каим, рахимахуллах, сказал, что كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع.
То есть все, что переходит границу, будет аль-матбуа, то есть тот, за кем следует, или же аль-мута, или кому подчиняется. Кому следуют люди? Матбуа, ученым, правильно. Когда человек переходит границу относительно ученых, то есть видит его слово, выше слова Аллаха, и посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и вот этот ученый доволен этим, и этот ученый призывает их, чтобы они слушались его, а не Аллаха и посланника, тогда он становится тагутом. Также аль-мута, тот, кому подчиняется, это правитель, когда они заставляют их или принуждают их к тому, что запретил Аллах, или считает это разрешенным, и устанавливает его как закон, вместо закона Аллаха, и говорят, что это более лучше и так далее, то этот человек тоже тагут. То есть, Мухаммад Абдул-Вахаб приводит нам историю иудеев. Иудеям была дарована книга. Иудеям была дарована книга, а они вместе с тем, что у них была книга, верят аль-джибт, от тагут. Итого, также Аллах говорит: «Куль халь унаббиукум бишарри мин далика масубатан анд Аллах». Не оповестит ли мне тебя о худшем, то есть наказанием перед Аллахом? «Малла'анаху Аллаху» — тот, кого проклял Аллах, «ва галиба алейхи» — и разгневался на него, «ва джа'ана минхум аль-кирадата валь-ханазир» — и сделал из них обезьян и свин. وَعَبَدَ الطَّاغُوتُ — и они поклонялись тагуту, или Аллах сделал их поклоняющимися тагуту. Аллаху алим. Два смысла. То есть, эти оба аята рассказывают нам о иудеях, о христианах. В первом аяте, где Аллах говорит, что они верят в джибт и тагут, конец аята: «Якулуна лилладина кафару хаулай ахда мина лладина аману сабиля». Они говорят Курайшу, мужрикам, что те, которые уверовали, то есть мусульмане, или вы на лучшем или на правильном пути, чем они. Иудеи, которым была дарована книга, которые знают Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, как своих сыновей или как своих детей, знают, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, это посланник Аллаха. Однако вместе с этим, когда Курайш спросила иудея, как, насколько я помню, Каад ибн Ашраф, когда его спросили, кто из нас на правильном пути, Мухаммад или мы, он говорит, к чему призывает Мухаммад. Они сказали, что поклоняться одному Аллаху, не предавать ему сотоварищ. Однако он разделил нас, то есть разделил Курайш. Каад ибн Ашраф спрашивает, а к чему призывает? Они говорят, что мы кормим паломников, даем им воду и так далее, и совершаем хадж, умра. Кто из нас на правильном пути? Каад ибн Ашраф, зная, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, на правильном пути, говорит, что вы, подчиняясь Курайшу. И поэтому иудеи заблудились на знаниях. То есть они обладали знаниями, однако эти знания не помогли им. Они не последовали за этими знаниями. Поэтому мы, мусульмане, когда читаем сура Фатиха, мы говорим: «Ихдина ссирата аль-мустаким» — веди нас прямым путем. «Ссирата аль-лавина ан-амта алейхим» — то есть путем тех, над кем ты смилостивился, то есть кому показал истину, кому показал правильный путь. «Гайри аль-магдуби» — не путем иудеи, над которым ты разгневался. Почему Аллах разгневался? Потому что они, зная, отступились от правильного пути. «Валя ад-даллин» — и не путем тех, которые заблудились. То есть заблудились — это христиане. У них нет знаний, поэтому заблудились. Поэтому ученые говорят, что сегодня мусульманин, который не следует своим знаниям, в нем есть как бы схожесть с иудеем. А мусульманин, который не обладает знаниями и совершает бидааты, в нем есть схожесть с христианом. Эти сифаты были тех, которые были до нас. Также Мухаммад ибн Абдул-Вахаб приводит слова: «Кала ладина галаву аля амрихим ланаттахидан алейхим масджида». Когда обнаружили этих молодых ребят, которые убежали в пещеру, мы знаем эту историю,
Они лежали там более 300 лет. Более 300 лет. Когда правитель обнаружил их, что он сказал? Аллах говорит, قال الذين غلبوا على أمرهم. Те, которые обладали силой, что они сказали? Они сказали, نتخذن عليهم مسجدا, мы построим над ними мечеть. То есть они считали их праведниками, потому что это было на самом деле карама и муаджиза. Или карама. То, что эти люди жили более 300 лет. Это посчитали карама, посчитали, что это люди святые, и давай построим над ними мечеть. А мы знаем, какой хукм строит мечети над могилой. Какой хукм? Кто скажет? А, ну сколько уроков проходили? А. Ширк? Кто другой хукм? А. Аллах проклял тех, которые возводят. А, еще кто? Дальше. А, путь к ширку. Мы говорили, что строить мечети над могилами – это путь к ширку. И этот путь, который проложили христиане и иудеи, они строили над могилами своих праведников мечети. И эта история, этот правитель, некоторые ученые говорят, он был мусульманином, другие говорят, что он был мушриком. В любом случае он совершил неправильное действие. Теперь, какое отношение к нам имеют эти аяты? Это все было среди тех, которые были до нас. То есть, они уверовали в Джибт и Тагут, они построили мечети над могилами и так далее. Какое отношение к нам имеют? Автор книги дальше приводит. عن أبي سعيد عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم وبسلدوته путем тех, которые были до вас. حذ والقذة بالقذة. القذة это перья стрелы или сзади бывает стрелы. То есть они похожи бывают, правильно? То есть также мусульмане последуют за Ахлюль Китаб, не оставляя ничего, ни одну мелочь. За всем они последуют. حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبِّنْ. Даже если они войдут в нору, ящерицы, لَدَخَلْتُمُوهُ, вы войдете туда непременно. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, клянется и говорит, что вы последуете их путям. Вот чего хотел Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, рахмаллах, сказать. То есть, они построили мечети над могилами. Сегодня мы знаем, что мусульмане построили эти мечети над могилами. Последовали за христианами и иудеями, правильно? Также, они... имея при себе книгу Аллаха, верили во что? В сихр, колдовство и в колдунов. Также верили в тагут. Сегодня многие мусульмане, которые читают Коран и Сунну, верят в колдовство, верят в колдунов, поклоняются тагуту. И слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, что вы мусульмане, или обращаясь к мусульманам, сказал, что вы последуете, были истинны. Потому что он не говорит от страстей, от хава, он говорит по откровению от Аллаха. قال يا رسول الله, сахабы спрашивают, аль-яхуду ван-насара, то есть ты имеешь в виду христиан и иудей? قال فمن. Тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, то кто же, если не они? То есть последуйте за ним. Также вали муслим ан-тавбан радийаллаху анху анна расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям каала. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Инна Аллаха завали аль-арда». Аллах постелил мне эту землю, «Фараэйту машарикаха ва магарибаха». Я увидел восток и запад. «Ва инна уммати саяблюху мулькуха ма зуяли минха». И моя умма будет властвовать над этими землями, которые Аллах мне показал, от востока до запада. وَأُعْطِيْتُ الْكَنْزَيْنِ. И Аллах мне даровал две сокровища. Аль-Ахмар, то есть красный, то есть имеется в виду золото. Валь-Абьяд и серебро. Имеется в виду это, что мусульмане захватят римлян и фурсов. Так и случилось, они захватили во время Умара ибн Хаттаба. И их драгоценности будут это золото и серебро, было во владении мусульман. وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِ أَلَّا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ بِعَمَّةٍ. И я попросил Аллаха, чтобы Аллах не уничтожил всю умму, то есть мусульман,
одним разом. То есть сана-сана это когда пахт, засуха и так далее. Когда постигает беда всех и умирает все. Я попросил Аллаха, чтобы он не уничтожал таким образом всех мусульман, чтобы оставил какую-то часть мусульман всегда, чтобы она была в этом мире. وَأَلَّا يُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوًا مِنْ سِوَا أَنْفُسِهِمْ. Так же, чтобы Аллах как бы не давал власть над мусульманами их врагам, то есть кафирам. فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ, чтобы они не захватили наши полностью наши земли, земли мусульман. وَإِنَّ رَبِّي قَالَ. И Аллах мне сказал: «Я Мухаммад, о Мухаммад, инни ида кадайту кадаан», когда я решаю что-либо или предопределяю что-либо, «фа иннаху ла юрад», то это решение не может быть изменено. «Ва инни атайтука ли умматика алла ухликаху бисанатин би амма». Я обещал, или я выполняю вот это решение, что я не уничтожу мусульман всех одним разом. «Ва алла усаллита алейхим адува мин сива анфусихим». Также, что не будет над вами власть кафиров, то есть над всеми мусульманами. فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ, чтобы они не захватили все земли мусульман. وَلَوْ اِجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا. Даже если все кафиры объединятся и захотят захватить всех мусульман, не смогут они. Однако есть условие. حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا. Так, одно условие, как говорят ученые, пока они не будут враждовать между собой. То есть, и когда они начнут воевать между собой, брать в плен между собой, вот тогда кафирам Аллах даст власть над мусульманами. Аллах поставил условие, что мусульмане не враждовали между собой, не воевали между собой. А и когда мусульмане держатся за веру Аллаха, за Коран и Сунну, они едины, тогда враг не может брать власть над ним. А когда они будут враждовать между собой, тогда их земли заберут скажи и будут властвовать над ним. Как и случилось. Забрали Палестину, забрали Ирак и так далее. Когда мусульмане разделились на течение, отошли от Корана, отошли от Сунны, посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И вернуть их можно только одним путем. Вернуться к Корану и Сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Объединиться вокруг религии Аллаха. Объединиться вокруг Корана и Сунны посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Варавахул Баркани фи сахихихи ва зада. В другом ривайте сказано: «Ва иннама ахафу аля уммати аимматаль мудиллин». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Однако я боюсь это, за эту умму аль-аиммат аль-мудиллин», то есть правители и ученые, которые будут заблуждать умму, которые будут заблуждать умму. Как это было во время Мухаммада, рахимахуллах. Правитель был на убеждениях муътазилитов и заставлял других принимать это убеждение. Также возьми Османскую империю, также возьми других правителей, которые последовали за каким-либо бид'а в религии. Будет это Тизар или так далее, или Мурджийский, или Хавальд, или какой-либо бид'а. Или же он взял атеистические взгляды и так далее. То есть их влияние большое на ум. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, боялся именно этих правителей, которые на заблуждении. Потому что они могут целые народы заблуждают. Также ученые, которые на заблуждении, они тоже могут заблуждать народами. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, что именно их он боится. «Ва ида вака алейхиму сейф». Когда уже начнется фитна, когда начнутся войны между мусульманами. Когда это началось? Когда убили Усмана, радиаллаху анху. Вот тогда началось кровопролитие между мусульманами. То есть вот когда первый раз начнется убийство мусульман, «Лам юрфа иля яуми кияма», то это не закончится до судного дня. Это не закончится до судного дня. Поэтому салафы боялись как, и говорили, когда убьют Усмана, если убьют Усмана, тогда фитна между мусульманами никогда не закончится.
Вала такуму саату. Теперь самое главное. Вала такуму саату хатта яльхака хайю мин уммати биль мушрикин. И не наступит судный день, пока аль-хай, это целый аль-клим, как их называют, племена, не примкнут к мушрикам. Некоторые ученые сказали, оставив религию, другие сказали, будучи на исламе, однако они примкнули к кафирам, переехали жить к ним, или же присоединились к кафирам. Также وَحَتَّى تَعْبُدَ فِيَامٌ مِنْ أُمَّةِ الْأَوْثَانِ. И пока общины, группы не будут поклоняться идолам, то есть группы из моей уммы не будут поклоняться идолам. Это прямой довод на то, что в этой умме будет ширк. Люди из этой уммы будут поклоняться идолам. وَأَنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ. И в моей умме будет 30 лжецов. كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ. И каждый из них будет утверждать, что он пророк. وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ. А я являюсь последним из пророков. لَا نَبِيَّ بَعْدِي. И не будет пророка после меня. Также Аллах в Коране сказал: «Ма кана Мухаммадан аба ахадин мин риджаликум». Мухаммад не был отцом из никого из ваших мужчин. «Валякин Расулуллахи», однако он посланник Аллаха, «ва хатаму наббиин», и последний из пророков. То есть после него не будет пророков. Мы знаем, что много раз появлялись лжецы, которые утверждали, что они пророки. Последний можно причислить, это последний, кто объявил себя пророком, это Ахмад аль-Кадьяни. Сегодня есть такое течение Кадьяния. Это, насколько я помню, это в Индии появился такой человек. Когда англичане захватили мусульман, то этот человек что сказал? Сказал, что нельзя выходить против англичан, что это шариатские правители, что Аллах их специально отправил к нам и так далее. И он вскоре объявил себя пророком. И со временем объявил, что он Аллах, что Аллах воплотился в нем. Однако они утверждают, что они мусульмане. Сегодня есть много последователей этого Ахмада аль-Кадьяни. Много последователей. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил, что будет 30 таких лжецов, которые будут утверждать, что они пророки. И каждый мусульманин должен знать, что нет пророка, нет посланника после Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И это один из самых великих признаков приближения судного дня, что не будет больше пророков, не будет больше посланников. Это самый великий признак. То есть посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, упомянул такую фитну, когда мусульмане будут убивать друг друга, когда кафиры будут захватывать их земли, когда появятся лжецы, которые будут утверждать, что они пророки и так далее. То есть вокруг вся фитна. Однако посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Валя тазалу таифату мин уммати аляль хак мансура». То есть будет группа на истине. И она всегда будет победоносная. «Ла ядуррухум ман хадалахум». Ей не вредит те, которые ее оставили без помощи. «Хатта ятия амруллахи табарака ва та'аля», пока не придет приказ Аллаха. И кто же это Таифа Мансура? Имам Ахмад, рахима Аллах, говорит: «Ахлю аль-хадис». «Илля мякун ахлю аль-хадис, фана адриманхум». Имам Ахмад говорит: «Если это не ахлю аль-хадис, то я не знаю, кто они». Также говорил Абдуллах ибн Мубарак, также говорил Али ибн аль-Мадини, ва Ахмад ибн Синан, ва аль-Бухари и другие. Все они говорили, что Таифа Мансура – это ахлю аль-хадис. Шейх Сулейман аль-Шейх, рахима Аллах, говорит: «Ямтаня антакуна таифа аль-мансура». Невозможно, чтобы победоносная группа «Ла та'риф аль-хадис» не знала хадис. То есть, имеется в виду, не следовало бы хадис и не было бы знания о хадисе. «Валя сунна Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям» и сунна посланника Аллаха. «Валя якуна мансуран аль-хакки» и не может быть победоносной на истине. «Илля ман амила би китаби Аллахи», кроме тех, которые совершает дела в соответствии с книгой Аллаха.
وسنه رسوله и сунне посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, وهم اهل الحديث, и эти люди есть اهل الحديث. الطائفه المنصوره, поведенностная группа, то есть она всегда будет выше всех. Иногда силой. Будет у них государство, будет у них сила. Всегда, когда у них нет сил, она поведеносная своей худжи. Всегда у Таифа Мансура будет сильная худжа, довод. Потому что хак, она всегда сильнее лжи. То есть из всего этого мы понимаем, что в этой умме вернется поклонение идолам. Поклонение не Аллаху. Поклонение не Аллаху. И эта глава, очень важная глава, чтобы мы знали и не были спокойны, что нет у нас ширка во всем мире. Мы знаем, что эта умма вернется к этому ширку. И мы должны знать, что такое ширк и что такое таухид. Чтобы беречь себя, чтобы не впасть в этот ширк. Читая эту главу, мы понимаем, насколько эта книга важна. Мы понимаем знания шейха Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, когда он составлял главу, мы понимаем, как он их расставил четко, грамотно, и это указывает на его большие знания и глубокое понимание религии Аллаха. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب اليك. Насчет поведенностной группы, я слышал, что вот то, что она будет продолжать на Аллах. Конечно, это сифат. Один из сифатов Таифа Мансура, что она будет сражаться до судного дня. Это не означает, что каждую секунду. То есть джихад не отменяется до судного дня. Хокм джихад, он будет до судного дня. Когда Иса, алейхиссалам, придет, он тоже будет сражаться с кафиром, правильно? То есть до судного дня будет хокм джихад. И Таифа Мансура, и фирка Наджия, то есть спасенная группа и победоносная группа, это все ее сифаты, что она будет на истине, что она победоносная, что она будет сражаться, все это ее сифаты. Да. Вот. Есть же хадис, где говорится, что незадолго до судного дня столько лет не будет веры на земле. Как? Не будет веры. Ну сколько лет, я не знаю, Аллаху алям, однако, как мы читали, что судный день наступит и увидят самое наихудшее творение Аллаха. Самое наихудшее творение Аллаха. Перед судным днем Аллах отправит легкий ветерок, который заберут все души верующих. И не оставит ни одну душу верующего. Даже если он спрячется в пещере, то ветер за ним заберет его душу, и останутся здесь самые наихудшие творения Аллаха. Они увидят в судный день.